Депутат Мособлдумы Тарас Ефімов проінспектировал ремонт юбилейного проспекта в Реутове. Его обновили в этом году по инициативе жителей. Общая программа ремонта у нас 56450, львиная доля вся на этой дороге. Но это практически самая большая, вот действительно, по площади сейчас дорога Реутова. Сейчас она самая большая по площади, так как у нас сейчас эстакада открыта, это самая напряженная дорога. Напомним, ремонтные работы на юбилейном проспекте начались в середине апреля и завершились перед майскими праздниками. В рамках государственной программы Московской области развития и функционирования дорожно-транспортного комплекса здесь заменили почти 2 километра дорожного полотна, отремонтировали бордюры, нанесли новую разметку. Данные работы не просто выполнены с хорошим качеством, но это один из первых ремонтов, практически первый ремонт асфальтового покрытия в Подмосковье, который был проведен в этом году. То есть подготовка была хорошая, и как только позволили погодные условия, да, подрядчик приступил и закончил в срок свои работы. Замена асфальтового покрытия стала завершающим этапом комплексного благоустройства юбилейного проспекта. В прошлом году здесь отремонтировали тротуары за счет средств национального проекта «Жилье и городская среда». В 2019 году высадили новые деревья в рамках программы «Зеленый каркас». Кстати, вскоре планируют начать ремонт второй части улицы Южной от юбилейного проспекта до Носовихинского шоссе. За дополнительным финансированием администрация муниципалитета уже обратилась в правительство Московской области. Елизавета Филимонова, Сергей Сумов, телеканал ТВ Реутов.